Здравствуйте, доктор. Меня беспокоит осень. Острым наростом под выпершей диафрагмой доброго качества. Только вот он разросся. Еле дышу. Я вздохнуть бы поглубже, рад был. Но, знаете, доктор, приятные ее симптомы. Мир приобрел красно-желтые акварели, только дела заброшены, но потом, кажется, вечно глаза бы в окно смотрели. Да, и еще. Почему-то не тянет к людям. Письма не пишутся, в трубку не говорится. Может быть, люди добры, это я так труден. Вижу побочным симптомом их злые лица. Доктор, а правда, что осень возникла вместо некой любви у меня? Говорят по радио, будто любовь полагают нести как крест, но... Доктор, давайте я сяду к вам в это кресло. Только не говорите, что осень неоперабельна.